Всем здравствуйте. Блин, комаров мрак. Приехали, короче говоря, на, если не ошибаюсь, 169 километр. Лотты. Начало нашего сплава. Ну, Серега идет. Давай. Смотри. Так. Вырука жопу, у нас ничего не помещается. Загрузились, пошли, Серега. Ну, Серега более-менее компактнее упаковал. Я, конечно, просто понакидал пока. У меня вот пока так накидано, не пойми как. Пробуем, короче, разные варианты, потому что нам недалеко сегодня идти. Буквально там пару километров до пляжа, и там встанет. Дай, я тут кружанулся что-то. Нашли стояночку. Какая красотища. Темно уже. Как темно, темнеет. Время 22:30. 11. Разбили лагерь. Серега, он ищет Ивана для того, чтобы есть готовить. Наши покрафты. Костерок. Идем к Сереге. Серёня, как тебе стоянка, как речка, как костер? Скажи пару слов для Ютуба. Чего? Скажи, говорю, пару слов для Ютуба. Как тебе костер, как стоянка, как речка? Костер шикарен. Стоянка? А я тоже. Мы тут даже посмотрели, тент можно особо и не запариваться. Если что, подвяжем, сделаем. Да, подвяжем, да и так защищенным кругом. Треугольничком. Сначала вот тут думали поставить называемого Ивана, чтобы котлы. Ну, честно говоря, нам, как всегда, лень, мы положили два бревна и будем на них готовить. Красота. Вода прозрачная, рыба плещется. Щуку видели здоровую. Течение, кстати, такое нормальное, да? Ну да. По карте вроде как указано, что там 0,2, но... День-два нашего путешествия по лодке. Сегодня пробовали про разные загрузки по крафта. И стартанули. Что, удобно, Серег, так, без гермы? А? Без гермы сверху удобно, ну когда герма внизу. Ну, я почему, знаешь, никуда тут как бы, ну, обзор. Нормально. Стоянка номер два. На реке Лотта. Прошли немножко, сегодня где-то километров 10-11. И встали. Палатку что-то Серега решили не разбивать. Сразу наготовили дров, сделали костерок. Серега он скамейку сделал, слом выгреб для нас. Так вот, костерок развели. Корягин какой-то дров дофига. И устроили лагерь. Сейчас попробую дойти показать. О, дрова. Палатку не поставили, разбили тент. Просто на веслах. Тут привязали тоже к корягам, ко всему. Там сзади за кусты. И будем пробовать ночевку на покрафт. Серый, кого ты говоришь, следы лосяш мы видели, да, где-то? А вот тут вот, за корягой. Вот где костер, говорит, чуть не вон, он, там вижу, вижу, ага. О, я вот. Грас ногу свою ставил, там грас у меня, блин. Лосяш, ах. За пол моей ноги. Рыбка плещется, маленькая, правда. Короче, вот так. Завтра у нас по плану долететь до Верхнетомского водохранилища. Встать где-нибудь там на островах. Погребсти придется километров 30, наверное, отсюда. Серый, расскажи рецепт, что делаешь? Берем мешок укропу, потом кошачью жопу, да? Процедура приготовления лепешек Сергея Викторовича. Знаешь, что напоминает? Вот драники. Вот теперь покажу вам наш лагерь еще раз. Блин. Тут берег крутой, иду аккуратно. О! На покрафте будем спать. Костерок горит, развели. Вот такая красота. Река Лотта. Кто не с севера, приезжайте к нам, у нас классно. Прозрачная водичка. Сосенки стоят, елки. А с этой, кстати, стороны, ну, такая лиственная береза. Да. Как впечатление от ночевки на покрафте? Лотта, конечно, очень красивая речка. Я, честно говоря, ну, блин, не ожидал. Я знал, что она красивая, но что она настолько красивая. Дошли уже до сопочек. Сейчас страву включили, посмотрели, там скорость у нас получается 4,5 км в час средняя.
У нас в этом году была очень большая вода. Все деревья повалены, берега подмыты. Прям вообще жесть. Елки такие здоровые, блин, лежат. Еле. Вот оттуда пришли. Там вот стояночка очень хорошая была, прям пляжик такой. Ближе уже к концу третьего дня. Идем. Вышли на такое место с Серым. Тут какая-то то ли турбаза, то ли деревня, то ли база, непонятно. Там вон шаверочку такую маленькую проскакали, прикольно. Мужики вон там что-то, рыбаки. Практически в самое устье, да, Серый? Нам тут еще до устья немножко надо прогребсти. Да. Встретили пару лодок рыбаков. Лес здесь такой достаточно интересный, вообще даже не можем понять, что такое. Как мертвые деревья стоят. Что такие, с ним блядь. Случилось? Да, такое. Что с ним случилось. Причем дофига уже давненько он идет, и вот все такое вот какое-то странное. Сейчас потихонечку идем дальше, будем искать место для стояночки. И уже там, ну там еще видно этот самый, под мотором где-то пошел рыбак. Тоже какая-то турбаза, либо дача, что-то непонятное. Стоянка номер 3. Вышли сегодня, наконец-то, в устье реки Лотта. Прошли там то ли какая-то деревенька, то ли турбаза непонятная. Там вот, по сути, километр 2-2,5 отсюда. Хорошо. Речка уже достаточно широкая. Блин, собака. Слышно, то ли охотники с собаками где-то гоняются. Прям слышно. Отчетливо гавканье. Блин, красотища, конечно, вообще. Просто красотища. Дров дофига, горелый лес. Вот так симпровизировали. Как бы, ну, достаточно тепло на улице, поэтому поставили чисто низ от палатки МСР. И сверху на всякий случай натянули тент. На случай дождя. Какая красотища. Будем сегодня здесь ночевать. С утреца подъем. И дальше в бой. Так. Кто не был у нас на Крайнем Севере, приезжайте. У нас классно. День номер 4 нашего водного похода. Погода сейчас, в принципе, 10 из 10. Вышли только в районе где-то 2-3 часов дня, потому что просто был пипец. Всю ночь с утра мы спать легли, лил дождь, тент сорвало, палатку залило. Короче, просто жесть полная была. Ну, шторм, короче, какой-то мини здесь был на речке. Серега ночью собирается, я уже на воде стою, жду. Сейчас выдвинемся. Серега связки на руки потянул, поэтому... грести, как говорится, будет ему тяжко сегодня. Мы дали ему таблетку. Идем примерно час от нашей стоянки. Четвертый день. Устье реки Лотта. Вон там Серега догоняет. Встретили лодку с рыбаками. Где-то она вот тут. Он стоит. Уже ловит. Мужики шкуря вытащили при мне. Какая красота. Дикие места, конечно, вообще. Идем вот туда, короче. Сегодня цель, наверное, до острова Партизанского дойти. В принципе, шли против ветра, погребли нормально. Сейчас вот я среднюю скорость посмотрел, 4,8 шли. Наша северная красота. Вот такая реально девственная природа, да? Блин, просто бомбезно. Мошки до хера? Хватай. Вот это сразу сожрала вся. Че, как тебе плавсредство? Нормально, плавсредство. Сегодня сколько мы, ну, груженные сегодня шли. 5.1, да, по-моему? 5.1, 5.2 где-то вот так вот была средняя скорость. Ну, опять же, мы там против ветра шли около 5. Ну, уже пригреблись, несмотря на то, что, по сути, по крафтах у нас первая такая конкретная экспедиция. Не считая таких тренировочных заездов, как бы, ну, вообще нормально сходили. А, мошка. Короче, вот такая у нас здесь кондиль. Так вот, покажем еще мапу. Идем дальше. Да. Гребем. Лес. Гребем, гребем, гребем.
остров, то ли партизанский, то ли кручка. Еще называется здоровенный остров. Так, в целом нормально. Надо достать солнечную батарею, заряжаем гаджеты. Сегодня ветерок. Нормально попадает, я думаю. Да, да, нормально, нормально держится. Вот такой вид у нас открывается с острова. Ветер, конечно, не такой нормальный. Надеюсь, что не будет дождя. Сейчас через пару часов уходить уже. Дальше. Так вот. Наверх Ветоломска между двумя островами. Какой-то большой и маленький, один из них партизанский. Честно говоря, карту не смотрели. Да, вот влево нам 2,5, вправо нам 2,5. Да, стоим ровно посередине между островами. Туда нам я хрен знает сколько, а назад... Кстати, намылись. Гигиена в походе важна, тем более в водном. Намылись, настирались вообще все четко. Я скажу, если человеком чувствовать начал, я понюхал, когда постирали вещи, помылись, я прям, ах, господи, я человек, а не какое-то грязное существо бабуина. Все, давай. Догоняю. Такая волнение нормальное, ветер дует, вроде идем потихоньку. Вперед, только вперед. До острова еще 10 километров нам осталось, сделаем сегодня, запланировать отчет. Вон Серега. Гребем, гребем, вон Серый идет. Смотрю. Я пристраховал резинкой от коврика на всякий случай. Пытаемся снять. Слева еще как-то так, ну лес, ну а будет лес. А справа вот там, я не знаю, видите, не увидите, блин. Вот. Там горы пошли, да. Нет, это уже тундры, так называемые наши северные тундры. У тебя весло сейчас уплывет. А, блин, палец болит уже. Синий уже от гриба. Северные тундры наши, ну, что-то типа хибин. Вот. И я скажу, я просто последние, наверное, минут 30 сижу просто и кайфую от этого вида. Просто бомба. Сегодня тестирую Покрафт на таком нормальном, так сказать, волнении. Вернутомского водохранилища. Катались на волнах, наверное, час. Серый идет. Давай, давай, ты где тебя потерял? Что намочила? Руку. А, нормально. Ты на стояночку. Серега, а? Как тебе Покрафт при таком волнении? Покатался? Я в шоке. Сколько эта штучка держит? Да, да, да. В среднем идем 4 км в час. Пятый день нашего путешествия подошел к концу, или точнее подходит к концу. Офигенное место нашли. Куча дров, куча сушин, прикольный ягель. Встали здесь, поставили палатку, место прям идеально ровное, под ним камушки убрали. Просто сейчас попробовали, полежали, прям класс. Коврик сушится, Серега натянул тент, сушин, говорю, куча. Поставили самое, костер развели, наделали дров. Я тут немножко, так сказать, зачерпнул, пока к берегу подходили, сушил свою одежду, вон, гермы, Серега с костром, с Иваном, вот дровишки, сейчас будем супчик готовить. По сравнению со вчерашним, намного хуже, или лучше. Да, сегодня жесть. Идем вот туда, на этот мысок, все отрубаемся.